Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Щонайменше 200 російських строковиків загинули в Україні. Інформацію про них з відкритих джерел зібрали журналісти. І це без урахування втрат у Курській області. Російським матерям везуть з України святкові труни. Після цього ви хочете, щоб вам срочно відправляли на службу. Мальчики йшли. Дівчинка, ви розумієте, ви мені такі питання задаєте, на які я не відповідаю. Давайте як-то емоції свої спрячемо подальше. Куда? Ну не знаю, как куда. Это можно спрятать? Это мальчик. Вы зачем мне это рассказываете? Это мальчик. Это от меня зависит. И вам больше некому сказать? У вас ни от кого ничего не зависит. Я вам скажу потом отдельно при них, кому надо сказать это. Я вам отдельно потом скажу об этом все. Я говорю, просто в таких случаях наши дети ничего не должны от государства. Сами родили, воспитали, вырастили. А вы привозите их к гробу. Поки одні росіянки проливають сльози над могилами своїх синів, інші звинувачують їх у відсутності патріотизму. Як спочатку хорошенечко підготуватися. А що робити? А як? Ну, мужчини захищають. Мені теж страшно об этом думати. Я прекрасно розумію матерів. Але коли таке відбувається, тут вже, ну що робити? Будемо вважати, що цим ребятам не повезло. Загалом не пощастило вже понад 700 тисяч російських вояків. Збройні сили України стрімко наближують цю цифру до мільйона. Уж був командир відділення, старший сержант, теж призвання. 5 місяців прослужив там, 23 мая 22-го року погиб. Идет по контракту с Министерством обороны. Многие знакомые Валерия уже уехали за ленточку. Двое не вернулись. Поэтому он идет помочь своим, чтобы таких трагичных вестей было меньше. Насправді ж іде, щоб підзаробити грошенят. Ця мати російського вояки думала теж, що синові вдасться витягнути родину з боргової ями. Проте після того, як він поїхав воювати, борги лише збільшуються. Виплат нет. Мы вот брали кредит, вот мы ему шлем. Переживаю, я уже ослепла, на один глаз из-за давления. Я на один глаз не вижу. Силовое снабжение с 2022 года не улучшилось. Сейчас Министерство обороны находится там, сажает генералов. Там естественная дезорганизация. Да и, в общем-то, как мне говорят, как это доносит с фронта, в общем, в том же Курске, с тыловым снабжением очень-очень большие проблемы. Требую отправить на фронт всех депутатов Государственной Думы. То, что они делают сейчас, это просто растрачивают государственный бюджет. Меня до глубины души возмущает, что депутаты Государственной Думы и их помощники сейчас в отпусках до конца сентября. Это в то время, когда у нас Курская дуга, когда у нас гибнут пачками солдаты, мирное население, когда идет эвакуация, когда люди просят о помощи. Это значит им по барабану, что происходит с населением. Ничего не делают, они паразиты, просто паразиты. Я удивился, когда решил узнать определение термина «специальная военная операция». А решил я это загуглить, потому что термин звучит как что-то короткое, а не как трехлетняя война. И оказалось, что этого термина вообще не существовало до войны в Украине. Я думал, что я просто тогда впервые его услышал, а его вообще не было до этого. Короче, это эвфемизм, введенный властями России. И это единственный термин, обозначающий вторжение в Украину, который разрешен российской цивилизацией. Но для чего это вообще придумали? Использование этого нового термина создает впечатление о чем-то менее серьезном, чем военный конфликт или война. Потому что слово «война» ассоциируется с более серьезными последствиями и большим количеством человеческих жертв. Цей герой зрозумів, що приїхав на війну, лише потрапивши в Україну. В одному з попередніх випусків він вже лив сльози над своєю гіркою долею. Побачивши відео, російське командування вирішило спростити йому життя. Тепер плакати вже нема кому. Згадаймо останнє звернення героя. Ми вибрались групи 30 чоловік. 138-я бригада, отряд «Шторм», выбрались не все, многие
из 46 30 человек я вывел. Братья многие легли, 200-300, сам 300. Простите, простите, кого не сберег. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей. Аккуратно. Самое главное не бросать. Не бросать, товарищи. Мы с поля боя вывозим его. Ребята, кто меня слышит, не стоит приходить сюда. Не стоит. Жизнь одна. Будете он тоже, уже сколько там уже, больше миллиона лет, наверное, уже валяется на поле. Вот. Ребята, у вас одна жизнь. По поверненню з війни російських вояків теж чекають сюрпризи. Населення не радіє, коли вони починають геройствувати. Так, на турбазі Старого Осколу російський вояка погрожував відпочивальникам за те, що слухали пісні Вєрки Сердючки. Натомість російським поліцейським репертуар прийшовся до смаку. Забрали до відділка не лише героя, а й його дружину. Вот так вот у нас приходят ребята с войны. ЧВК «Вагнер». Позывной «Толмач». «Толмач» что позывной? Да как и что там под мусорков? Как с войны приходят? Вот такие у нас встречают. С войны ребята приходят нормальные, не пьют, работают. Они серут в магазинах, не закуривают сигареты, не нарушают распорядок магазина, не плюют в общество, не кидают в них камни, не угрожают обществу. Ну, это для вас, пожалуйста. Это там, что-то ты там, какие-то, не знаю, там, что-то перечислил какие-то... Я не знаю, спроси у девушки. Если я что-то неправильно сказал, девушка может от себя что-то добавить. Я не знаю. Девушка, может, я неправильно сказал насчет того, что в обществе нельзя так делать. Что случилось? Ну, накакал, написал, закурил, сигарету пытался. Вызывайте полицию. А полицию вызвали? И человек говорит, что мы неправы. Вы как считаете, это же неправильно? Да? Отмочила. Мільйон за первістка. Росіянок закликають народжувати якомога раніше. Так, в Челябинській області прийняли законопроєкт, згідно з яким 1 мільйон отримують студентки, які встигли народити дитину до 24 років. У Карелії теж платитимуть, але суми там значно скромніші. За первістка юним матусям обіцяють по 100 тисяч рублів. А що скажуть на пропозицію молоді татусі? Я бы хотел работу с нормальной зарплатой. Это проблема, я считаю. Ждут тебя где-то в других местах, на твой взгляд? Я думаю, что нет. Ну, в других местах есть свои люди. А как же так жить? Сложно. Складно жити ще й тому, що інфляція на Росії лише за 3 роки сягнула 100%. Друзья, у меня в руках чек из московского магазина «Пятерочка» за май 2021 года. Давайте посмотрим, как с того времени изменились цены на продукты без учета акций. Начнем с хлеба. Раньше батон с трубями стоил 35 рублей, а сейчас 62. Цена пачки чипсов «Лейс» 140 граммов выросла с 75 рублей до 150. Банка оливок 3 года назад стоила 85 рублей, а сегодня 160. Сок «Любимый» мы могли купить за 90 рублей, сейчас он стоит 190. Пройдемся по сладкому. Зефир «Шарлиз» вырос с 45 рублей до 80, а глазированный сырок с 22 до 38. И финальное – чебупели. 3 года назад они стоили 130 рублей, а сегодня почти 180. Вот только пачка теперь весит не 300 граммов, а 250. Ты в этой стране никому не нужен. Тебе на тебя в этой стране всем наплевать. Вообще.
Росія входить до десятки світових лідерів по запасам нафти, але населення того не відчуває. Живуть у бідності, в нетрях і тішуться своєю величчю. Ви, мабуть, подумаєте, що це Україна? Да? Снаряд вон прилетів. Снесло пол крыши, там вообще ее нет. Здесь вон все упало. Полы кто-то спер. Но нет, это Калининградская область, поселок Ясное. Тяжело приходится подниматься по лестнице. Ступеньки в дырках. Еще вот эти перила все время в замок втыкаются. И так каждый день я хожу. Бывает по несколько раз. Ну вот здесь уже с 95-го года здесь живем. Здесь просто невозможно жить. Весной здесь в подъезде какашки плавают. Здесь кругом мыши, крысы. Потом всякие эти двуххвостки, многоножки, тут что только не ползает, тут вообще ужасно жутко жить. Воды горячей у нас нет, только холодная, никаких условий, ванны нет. Так вот и живем, ждем все с носа. Обещают, обещают и все, обманывают нас. Росія має найбільші у світі запаси газу, є лідером з його експорту, але попри це тисячі населених пунктів там досі не газифіковані. Та газ же під порогом. Нам його треба провести, треба ці труби, треба все підвести. 500 тисяч треба заплатити за це, розумієте? Труби самої купити, ці, як їх, що, батарею купити, що, що там треба покупати. Виходить 500 тисяч. Так коли ж ви підведете тоді? Ніколи. Коли умру. Може, хтось підведе. Мені вже 75 років. На що я їх візьму? 13 тисяч пенсія. Нам потрібно було б все безплатно це робити, тому що ми ж живемо в такому державі, в багатому державі ми живемо. Все у нас, народні ресурси у нас же, в Росії. Ну от у вас газ рядом з домом проходить. Да. І от, будь ласка, нам такі гроші. Де нам зібрати таких гроші? Нету. Де їх взяти? Вони не валяються нигде. Ми вже всі на пенсії. Ви як в 19 веке, що ли, з колодцями живете? Да, будем говорить, что так. У нас не 21 век, у нас еще 19, а может еще и 17. Так когда же он наступит, 21? О, неизвестно, неизвестно. Надеемся на лучшее, а получается все время все хуже. Это у нас один колодец вот на большую часть хутора. И он, считай, у нас один. Мало у кого здесь есть скважины. Вот просим отремонтировать нам колодец, но у нас администрация не находит ни денег, ни желания, вообще никак и ничего. Как у нас отзываются, надо, ремонтируйте. Те саме заявили і челябінські чиновники, коли жителі одного з сіл звернулися до них з проханням відремонтувати дорогу. На війну, сказали, гроші потрібніші. Дорога не займається ніхто вже в течение 20 років. Ехать уже по ней невозможно. И вот последний крик души то, что у нас отменили газель. Вы представляете, население 300 человек с лишним не в больницу выехали. Но по каким-то таким делам дорога разбита в хлам. Скорая помощь к нам не ходит, отказалась скорая помощь. У нас ни медицинского обслуживания, ничего. Ну как нам жить, как нам выживать? Владимирович, помогите нам, пожалуйста. Росіян не поставити на коліна, упевнений луганський бізнесмен, який закликає купувати лише вітчизняні товари. Ну не просто 15, а 15 про роботики мегаватти. От звісної фірми фон стоїть 7 тисяч рублів. У конкурентів 70 тисяч. У подлецов, негодяев, потомков 150 тысяч. И только у Олега Васильевича, отца родного, основателя всех мировых, он стоит 7 тысяч рублей. Почему, спросите вы? Да потому что Олег Васильевич, отец родной, заботится о людях. Олег Васильевич, отец родной, экономит ваши деньги.
Но самое главное, Олег Васильевич, отец родной, основатель НЕО, думает всегда о вас. И днем, и ночью. И днем, и ночью. Економіку Росії поволі знищує не лише війна, а й корупція. Так, до прикладу, середня зарплата учителя в Пермі складає близько 40 тисяч, а розробка логотипу міста обійшлася бюджету аж у 14 мільйонів. Логотип Пермі, покажіть. Вона ж була до цього. Не була. Як не була в азбуці вона? Красна П. Скільки стоїв цей логотип? Секрет. Мне просто интересно, смотри, это не укладывается в сознаниях у всех граждан. Красная буква «П» – это вообще стоит денег? Конечно. Аби не збожеволіти, росіянам пропонують лягти живцем до труни. Ба більше, ще й за гроші. А это Самара. Здесь люди, которые хотят докопаться до своих проблем, но при этом не доверяют лекарствам, готовы сами лечь в землю. Авторский метод Екатерины Костылевой, ее пациенты уже прозвали гроботерапией.